Футболисты Иртыша крупно проиграли Сахалину 0-5 в домашних поединках. Такой счет последний раз фиксировали в 2012 году в матче с барнаульским «Динамо». То поражение было более чувствительным. Сейчас Иртыш молодая, формирующая свой стиль команда. Следующую игру наши футболисты проведут на выезде 29 августа в Иркутске. Иртыш сразится с местным «Зенитом».